Всем привет! Сегодня 27 июля. Хороший солнечный денек. Шесть часов вечера. Пчелки трудятся. Вчера я с ловушки. В ловушку у меня поймал сорой. Мне его сюда принес. Я не стал снимать. Как рамки я вытаскиваю. Вот. Посадил их на два корпуса. Ну, там где-то корпуса полтора, наверное, пчелы. Вот. Поставил я в серединку рамку с расплодом. Две малометки по бокам. Семь рамок лощины. Пускай отстраивают. Вот. И сверху я корпус лощины поставил. Вот. Ну, теперь у них новый домик. Пчелка, он работает. Сейчас у нас подсолнух, осот, татарник, репей зацвел. Вот активно трудится пчелка. Ну, посмотрим, что дальше с этим роем делать. Может быть, объединю с кем-нибудь. Вот у меня тоже троек. Ну вот как-то так. Будем дальше работать, смотреть. Всем, кто посмотрел ролик, подписывайтесь на мой канал. Думаю, будет интересно в будущем. Всем спасибо за внимание.